каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Так, друзья, добро пожаловать на канал Темный Рыцарь Гейс. Продолжаю проходить игру Мстители Марвел. У нас почти что третья часть игры под названием Парк Героев. Я желаю всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобней. Мы начинаем. Наша главная задача — добраться до Парка Героев, как вы уже поняли. Еще раз я всем желаю приятного просмотра. Правда, это очень прикольненькая, классненькая и суперская игрушка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ведь ваши лайки и подписка помогут продвижению моего канала и поднимет мне настроение очень-очень. Я вас всех люблю. Валенька, продолжим. Мудачива. Погнали. Вау. Так. Подожди. Это что такое? Это не открывал я предыдущую серию. Абу заметил пропажу тонометра, который я одолжила на прошлой неделе. Но решил, что это Ами его куда-то положила. Вообще, он ему уже и не нужен. Это была просто предосторожность из-за его боязни сердечного приступа. Судя по инфе в интернете, с давлением у меня все в порядке. С пульсом и температурой тоже. Повезло же найти детский термометр в ванной. Пытаюсь придумать, чтобы еще проверить, чтобы узнать, не заболеваю ли я. Ну, для этого придется стащить больше оборудования. Жаль, что Абу работает в банке, а не в больнице. А еще жаль, что он не хочет со мной поговорить. Притворяется, будто Дня Мстителей не было. Похоже, он такой один на всю страну. Походу, так, ладно, это у нас получится сводка. Ага, это у нас получится наемники. Ну, шуки они разные, да, были придурки в масках, а? Еще щитарник, блин. Капец, жнец-щитарник, жнец-штормовик, жнец-летун, ха-ха. Жнец, просто обычный жнец. Так, наша цель. Так, изображайте данные, инцепт. Ага, общий сбор. Ну, порядок общий сбор. Так, за прошедшие 100 дня. Простите меня. За прошедшие 100 дня, мстители 5 лет, мир изменился до неузнаваемости. И Камео Хан теперь тоже не узнать. Ха-ха. Да уж, прикольно. Извините меня, что я так прочитал, конечно, не очень. Просто я, блин, бывает волнуюсь, особенно когда с веб-камерой записываю, но мне очень нравится игры проходить с веб-камерой. Поэтому я продолжу это игры проходить с веб-камерой. Не все, конечно. Ого-го-го. Аккуратнее, Камео. А. Это вниз. Понял. Так, новая цель. Так, отыщите другой путь в парк героев. Давайте поищем. Честно говоря, похоже на Черную Вдову, а? Так, главное, чтобы нас не спалили, а? Ого! Видели, да? Мудийский робот, который этот придурок ученый создал, а? Я даже имя забыл его, а? Честно, даже не запоминал на самом деле. Ого! В шине зоне? Сейчас, похоже, веселуха начнется. А может и нет. Вот так вот, главное сделать. Если вы хотите оставить отзыв о сканировании, пройдите опрос на сайте АИ. Спасибо. Просто не верю. Ладно, погнали, не будем слушать, не буду говорить. Никаких нет. В принципе, я думаю, вам это не интересно, а? А мне и подавно. Так, Валика, может, что-то еще найдем? Ого! Тут такая прикольная штучка, похожая на графика, как получает чутье паука, или наоборот, допустим, и чутье росомахи. Так, получается. Ага. А, вот, все. Давай. Оп. Опа. Ё-моё. Меня чуть испалили. Охренеть. Я специально слишком это включаю, чтобы найти еще новые комиксы. Песенькие, прикольненькие загадки. Впервые иду в парк этой дорогой. Да и наверное, я. Прямо?
А может тут что-нибудь найдем? Может быть. Понимаешь, говорю? Ха-ха, не зря пошел. Чуйка не подвела. Так, давайте еще послушаем. Или в конце, думаю, в конце серии лучше послушаем, а и потом завершим серию. Так, ладненько, давайте. Ух ты, ух ты. Тут еще несколько вариантов, типа, эти события. Оп, оп. Да уж, нет такие бы длинные руки, а. Кстати, как в конце прохождения этой классической игрушки у меня в финальной серии, когда же игру до конца все пойду, я хочу вам один вопрос задать. О том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал? Интересный, прикольный вопрос. Потом, интересно, что вы ответите мне. Так, Джерси Сити. Ой-ка, уже две записи, прикольно. Вау, а вот вон он, пар героев, вау. Суперская классненькая игрушка. Честно, мне Марио Мстители очень понравилось. Правда. Эта игра просто, не знаю, но очень понравилась. Я, конечно, думал, что на самом деле она будет не очень. Капец, эта штука такая яркая, мудачива. Даже на тебя смотреть не хочу. Так, раз, два, три. Ой-ой-ой. Блин, это что-то пропустил. О чем я думала? Блин, да. Вот веселая девчонка, а. Ну, мы забыли за пару героев. Не очень изящно, но получилось. Так, осмотрите. Так, теперь к статуе Кэпа. А, осмотрите издалека статую Капитана Америки. Это еще не конец, не переживайте. Серия получится подлиннее, чем предыдущая. В детстве родители постоянно меня сюда водили. Ну-ка, теперь мне интересно. Так, получится коллекция. Хотя мы потом послушаем обязательно. В конце, так, сводка. Так, получается тут разве данные. Ага. Комиксы. Комиксы, получается, мы нашли пока по одному. Угу. Серия Черных ДВ 1. Мстители. Угу. Так, все. Угу. Общее, получается, у нас уровень пока первый. В общем, пока слабый уровень. Видите, еще три героя доступны будут потом. Так. А, можно куда-то посмотреть статую Кэпа. Только почему издалека? Я все же надеюсь, это же не человек. Ага, я почему подумал, Кэп. Класс. Реально класс, эти игры. Опять же сделать скрин. Можно будет вот так вот. Подождите, опять вырублю вебку, как в предыдущей серии. Это важно. Если получится прикольный скриншот, может я даже сделаю превью из этого скриншота. Так, ладненько получится, а может быть мы сходим... Так, стоп, типа проходить нельзя, да? Ну мы же непослушные, поэтому нам пофигу. Мы осмотрим статую Кэп. Жень человека, только и бумаги закидали, а? Вот козлы. Так, получается, это у нас кто? Так, опа-опачи. Тоже связь. Стоп, типа все такое. А им расчищает место под новую клинику. Тупая идея. Полностью с тобой согласен. Опачи, я что-то нашел. Stark Industries, по-моему. Критиковать каждый может. И стенку портить. О, блин, мне очень нравится эта Камела. Прикольная девчонка на самом деле, а. Подождите, сейчас. Еще классная, прикольная девчонка, нам надо осмотреться. Во. Блин, писит меня, когда я бывает заикаюсь, какую-то фигню несу, какую-то я сам не понимаю, а. Очень мне не нравится. Наша задача сейчас осмотреть статую Кэпа. Ого. Ого, сколько этих людей погибло на том мосту. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Да я бы сам волновался бы, а? На месте Абу. Сколько людей без вести пропало. Я все же надеюсь, что Капитан Америка будет живой. Мне очень хочется верить, что он жив. Так и просто... Вау. Пара героев и пара круто. Поближе подойдем, посмотрим. Ох, сколько тут реально настоящие люди, честное слово, но по крайней мере некоторые похожи. Вау. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Так, откуда она? На дерево надо или куда? Может, чуть еще найдем? Ого, это прям... Мемориал, как он назвал. Ого, все-таки не зря я пошел. Блин, я чуть не подводит меня, мне как-то кажется, что надо. Я иду. Первый человек, которого назвали нелюдем. Уже 4 года прошло.
4 года. А, люди же, да, в конце потом получили суперсилы, а? Как люди, как мутанты. Ну, знаете, думаю, Люди Икс. Только мне очень нравится Росомаха. Ага, из Людей Икс именно. Ну, последние мутанты что-то не очень получились, новые мутанты, какая-то фигня, по крайней мере, рейтинг фиговый. Опа, это Халк? Статую Халка просто взяли и уничтожили. Вот мудачило, а. Подать руку помощи, здоровяк. Да, подать. Блин, рука у нее очень длинная. Я надеюсь, меня хорошо видно и хорошо слышно. Нифига себе, сука, я могу пройти, чтобы осмотреть. Во! Давно погиб. А, это прям вообще близко. Это не называется сдалека, это прям сблизка. Ладно, вырублю бабку. А это кто? Кто это такой? Танцовщица? А ну отдай. Эй, ты куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Хватит! Ты в порядке? Ха, смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на Дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали. Эй, полегче. Зак, теперь он мертв. Стой! Он мертв. Я сказала, стой! Валим. Она из них. Не трогай ее. Сваливаем. Чувак, ты живой? Скорее, бежим! Отойди! Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти! Если меня схватит, то на этой стене появится и моя фотка. Веселье только начинается. Чисто скажу вам, подъем этому ублюдку, а. Блин, да прям... Ого, нифига себе, сколько их. Я не знаю, как сваливать, а. Они меня без спалят. Хотя, вот, здесь и здесь. Подожди, аккуратней. Все, погнали. Вперед. Да, уже победит. Какая-то супер, просто фантастическая игрушка. Черная вдова. Ой. Так, значит, туда мне не надо. Нихрена себе, сука, этих мудийских роботов, а? Отпоминаете, Ждень Человек 2. Кстати, хотя тоже много было роботов, один мудак был тоже умный, который Тони Старк писил его, а? Ну, вы вспомнили вторую часть Ждень Человека? Кстати, я вот хочу вам просто вопрос задать. Какая ваша любимая больше всего именно часть Мстителей? Напишите в комментариях. Это не тот вопрос, который я хотел задать в конце, а потом другой вопрос задам в конце. Просто интересно, реально, вот какой именно часть Мстителей вам больше всего понравилась? Блин, сколько их тут? Ты я в ахере, а? Мне очень будет интересно узнать ваше мнение. Напишите в комментариях, правда. Пусть мне понравилась именно, как получается, мне понравилась финальная серия. Нет, если так, если прям так
Очень понравилось. Так это получается, наверное... Блин, честно скажу вам, я даже не могу сейчас назвать именно, какая часть мне понравилась. Каждая по-своему классная. Но если так прям супер-супер, то пускай будет... Пресс-финальная часть. Забыл просто название ее. А по-моему, вспомнил. Война бесконечности. Блин, придурки, вы смеете сваливать, а? Выбейтесь из парка, играют, не попадая никому на глаза. Блин, я даже не знаю, как это сделать. Хотя нет, в принципе, я понял. Ну ладненько, давайте. Так, опачи. Я человек. Не смотри на меня так. Придумай ты нормальный пароль, меня бы тут не было. А, член человека. Я думал, этому роботу говорит. Блин, мудик. Мудик. Блин, мудик. Я хотел сказать другое слово, но думаю, не говорить его нельзя. Тем более, такая прикольненькая игрушка, тут материться не надо, а. Вон, если старшилку я играл бы, там бы я так испугался бы, а. Так, ладненько, блин, как мне выйти отсюда на самом деле, а? Хотя, в принципе, есть мысль. Во-во-во-во. И я надеюсь, что получится на самом деле. Погнали, погнали. Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. Да дай бог, чтобы не знали. Их очень много. Честное слово, я бы их отфигачил бы. Но Камела не хочет драться. Поэтому поддержим ее. Лайком и подпиской на канал. Так, ладненько, погнали. Пока все идет. Вроде бы, как бы сказать, хорошо. По статуе Халка обнаружены следы. Изучить. Принято. Твоему другу нужна помощь. Давай. Любите собаки героев, не попадаясь. А, я уже это читал. Ого. Каким образом я, блин, выберусь? А вот и выход. Все, погнали. Сейчас или никогда. Слишком много охраны. Тут даже очень дохрена их. Видите, вообще ни одного человека нет, только одни роботы. Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Блин, она так рассуждает, реально, как новая супергероиня. В принципе, я так же, наверное, рассуждал бы на ее месте. Так, мы почти выбрались из парка героев. Почти не считается. Блять, их куда как прикольные лазеры. Немного напоминает Железный Человек, а. Ну, если не пень, что он круче. Ну, как все, погнали, а. Так, подожди. Она? Блин, походу, Камала раскрыли. Давай, Камала, думай, где они тебя не найдут? Канализация. Надеюсь, они не умеют плавать. Надеюсь, надеюсь. Замечено движение. Блин. Фу, конечно, тут не очень противно, но это лучше, чем попасть с этим придурком роботом из любимой фильму. Я иду. Ха-ха-ха. Опачи. Вау, иху. Фу, фу. Нет. Что за гадость? Так, не забирайте, выберитесь из канализации. Тогда спускайтесь туда, живо. Похоже, ко мне гости. Походу, да. Ё-моё! Выбора нет. Надо гаситься. Это что это? А, блин, меня же должны были обнаружить. Ё-моё! Я думал, махаться придется, а оказывается, нет. Капитан Америка. Великий супергерой. О, нет! Что за гадость? Похоже, ко мне гости. Блин, опять спалили, да что ж такое-то, а?
Вообще я понял, надо было резко сразу идти вперед, а я тупанул тормознул, поэтому извините меня за то, что я так потупливаю, ведь у меня уже очень поздно. О, почти 4 солта. Что за гадость? Тогда спускайтесь туда. Живо! Похоже, ко мне гости. Похоже, похоже. О нет, они идут на перерез. Блин, быстренько под мост. Все пока вроде бы. Ну, Серёг, заиметь, а? Перед решётку, а? Ну, просто быстро отсюда выбираться, чертя собачьего. А, ёб твою туда, я почти выбрался, я почти. Как говорится, почти не считается. Блин, какой же я ваш шарик все-таки, а? Кэп, ты бы не гордился мной. Нет, что за гадость? Только сейчас получится. Дубль 20 на 3. А это же голый человек. Ко мне гости. Слушай, мне кажется, это именно та баба, которая была в начале с тем придурком, а? Когда я застукал Бэннер, когда я Камила их спалила. И, скорее всего, думаю, это та баба и есть, она же на него работает. Блин, достаточно сваливать. Йепу! Ёшкин, блин. Не знаю, не интересно, мне придется махаться с ними, да? Нет. Незаметно выберитесь из канализации. Видно, походу, нет. Опача-опача. Что это у нас? Класс. Как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Вот он, выход. Люди из АИН тоже меня ищут? И еще телепортируются? Охренеть. Качели, ага. Я понял, в принципе. Вау. Есть. Классные качели, а. Я вообще просто... Я уже боюсь сказать, что... Ну, я сказал, что игра прикольная, но она правда такая и есть. Вроде никого. Ага, Ешка. Надеюсь, нас твою ж налево. Так, вырываем быстро вебку, это, скорее всего, будет катсцена. Отлично, ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон? Он самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. –
Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? М? Но что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватить ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Распознал. Вот черт! Без регистрации. Сдавайтесь, и вам не причинят. Ага, сейчас! Я не думал, что я так упаду, честно, я так неожиданно буду, что надо было бежать. Да уж, скоро серия подходит, пойдет своему концу логическому. Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Распознал. Вот черт! Без регистрации. Сдавайтесь, и вам не причинят. Ага, сейчас! Конечно. Мечтать не вредно, призраки тупые. Эй. Да почему я не могу их гасить? Я вот этого не понимаю. Почему я не могу просто взять и им тренделей навалять? Почему мне должен убегать? Вот это я не могу понять. Хотя, че, такой вопрос, это девчонка же еще молодая, неопытная, супергероиня. Как начинающий там сказать. Это такая прикольная руки у нее. Блин, такие большие. Длинная. Ой, классная девчонка, а. А, ещё тут умеет. Получается! Тут надо резко кнопки нажимать, главное успеть. Всё нельзя предугадать. Что? Ёшкин, да. Остановись! Сука, ускоривай с херней. Камала Хан, остановись! Вот ещё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да сколько же вас тут-то, блин, а? Прыгай! Да ну что вы умеете, а? А, мне кажется, это логично все. Он мне помогает? Надо валить отсюда! Все-таки я не зря упал, я думал, что типа, ну, я лоханулся. Такие большие руки, но у меня маленькие, а? Ёшкин, да, я. Слушай, придется махаться, я, скорее всего, я хочу махать, и придется. Видимо, придется драться. Ладно, вперед. Ну, слава богам, а. Так, полифомия, ага. Защита, окей. Прошу вас сдаться, представителем Айя. Хотите увидеть мои силы? Пожалуйста. Вау, ну, наконец-таки, а. Охренеть, какие длинные руки, а.
Держимся. Чего? Ты что, охренел? Да какие еще силы есть у меня? Все пока только нет, но это же такие. Ух ты. Почему бы нам не протянуть новым друзьям? Я себе. Рука помощи. Просто так. Супер. Все как мы любим. Думаешь, ты там спрячешься? Ха! Вау, блин. Супер, так, руки, блин. Нет. Учиться. Во-во-во. Я вовремя ускользнул. Опа, опа. Так, подожди, кого еще? Ага, надо сюда идти. А нет, это же почти этого тупого робота. Тупого. Придурка. Давай, придурок, иди сюда. Тебя ты фигачила. И тебя тоже, а? Большое удовольствие. Давай, давай. Давай. Ух ты, тебя. Вообще слева, да? Так, все, довали. Опачи. Расцена. Блин, какой классный суперспособность, а. Ладно, вырубим рыбку опять же. Давай, Наки, прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Пока, Джерси. Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы. И ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Это потрясающе! Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой.
Люблю тебя. Так, согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс. Мэр Нью-Йорка сделал первый шаг. Вручил неорганическому существу ключ от города. Новый синтоид агентства инновационной механики, проявивший отвагу и спасший шестилетнюю Холли Энн Эмбер от гибели под колесами автомобиля, был награжден перед зданием мэрии. Ее отец, Джозеф Эмбер, шериф города Венчур-Ридж в Вайоминге, рассказал, что они приехали в Нью-Йорк на отдых и прогуливались по Таймс-сквер, как вдруг он потерял дочь из виду. К счастью, поблизости оказался синтоид Аим. Это уже не первое устройство от АИМ, награжденное за спасение жизни. Но это первый случай, получивший подобное публичное признание. Техдиректор АИМ доктор Моника Рапачини похвалила синтоида за следование протоколу и спасение человеческой жизни. Мэр объявил о конкурсе по выбору имени для робота, а также об открытии монумента в его честь в Центральном парке. А семья Эмбер была приглашена лично доктором Рапачини посетить один из филиалов АИМ. Эта серия под названием «Парк героев» завершена. Увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и самое главное, скучайте, не болейте. Всем пока-пока, увидимся в новой серии очень-очень скоро. Прикольненькая серия, классненькая, интересная получилась. Я не ожидал, что это... Что тут эта лысая херня, это тут придурок, нифига себе, у него башка большая стала, видно, явно очень много думал, а. Ладненько, всем покедова!